Всем привет, с вами Егор, и сегодня я вам расскажу про еще один способ заработка. Сегодня мы научимся зарабатывать деньги на файловом хостинге, то есть вы будете загружать все какие-то файлы, другие люди их будут скачивать, и за это вам будут платить какие-то деньги. Конечно, не сразу за одно скачивание, там 100 рублей, конечно, меньше, но все-таки это лучше, чем тот же депозит, потому что, если вы не знаете, там тоже платят за скачивание деньги, но там очень дебильно, там надо ждать, потом вводить капчу, очень все это парно. Тут это все гораздо проще, там надо ждать где-то секунд 20 всего лишь и без капчи. Ну, в редких-редких случаях, если идет очень много скачиваний с одного IP-адреса, антибот срабатывает. В чем еще плюс? Тут есть автовыплаты, то есть мы регистрируемся здесь, потом идет вкладочку «Вывод средств», ставим галочку «Автовыплаты» и ставим «Подавать заявку каждый там либо через день», то есть, к примеру, если вы какой-то, у вас есть канал, где очень-очень много человек, и вы постоянно загружаете файлы на этот хостинг и даете им подписчикам, и постоянно очень много скачивания. Чтобы не было постоянного подавания заявки, можно настроить, типа, подавать заявку каждую неделю. И каждую неделю, если вы накопили нужную сумму вывода, там, минимальный $1, то выводятся деньги. Либо подавать заявку с, собственно, какой-то суммы. Также тут есть бонус, то есть если у вас есть какой-то собственный сайт, вы тут как же можете почитать, как это все настроить, то есть надо скачать файлик, кинуть его в главную директорию сайта, потом ввести сюда ссылочку и нажать «Добавить сайт», то вам тоже будут платиться как бы бонусы к этому. Также тут есть также реферальная программа, FTP-доступ, то есть можно загружать что-то с FTP-доступа, а не просто вот так вот перекидыванием. Также есть один маленький бонус, в описании будет еще одна ссылка, кроме этого сайта, ссылка на скачивание текстового документика, в котором будет очень много разных аккаунтов, и от Твиттера, и от Ubisoft, в общем, очень-очень много, сможете скачать и забрать себе какой-нибудь аккаунт. Дальше, что же тут есть еще, в общем, тут есть, в принципе, справка, можно все-все-все прочитать, думаю, вопросов не возникнет. Собственно, на этом все. Всем пока. С вами был Егор. Не забываем ставить лайки, подписываться, комментировать. Всем пока.